Кстати, поменяем на секундочку. Так, счет у нас 7-3. Не ведут пока что. Будет так легче мне. Стреляющая бомба и она взрывается. Вроде все нормально должно быть. Именно так, так. 11 раундов берут уже мимы. Оп, и один раунд всего лишь взяли у нас мил. Матом на радио и мат должен умирать. Да. Пришел Фруст и убил его, и это 12-й раунд, как я понимаю, для мимов. Открывается у нас мат желтый, убивает он Special One. И Шарских делает минус 2 на рампах. Убивает он Вагмана и Мил. Неизвестно кто. Надо смотреть составы команд. Баттерфляй вложил дым в канал, но под каналом положил. Но все-таки убивает он мата. И 13 раунд для мимов. СД минус Фруст. Баттерфляй выходит и жмет Винера, убивает он Винера. Баттерфляй еще минус АСД. Шарских взрывает у нас ТБА. И остается у нас Вагман. Вагман с диглом и щипцами. Ниндзя или нет, увидим. Делает минус один, выходит дальше, идет. Но выбивает он Шарских. И это 14 раунд для ним. И переход у нас. Все двигаются, значит, это лайф. Получил ТБА уже. Ой-ой. Как принимают у нас рампы? Отлично. Баттерфляй и его сносят. Господи, Фруст минус 2. Минус 3, наверное, сделал уже. Да. Фруст. Минус 4 в этом раунде пистолетном. И это 15 раунд для ним. И...
Мне кажется, это ГГ. Покупают диглы у нас ребята из МИЛ. И идут у нас улицей. Да, идут улицей. Пристройки у нас 3Т, или как еще не считаться может. Шарских сдалека делает минус 2, Вагман минусует 3Т, и что же у нас? Минус Вагман, и остается у нас ТБА. Его тоже убивают. 16 раунд, и победа ним. Вот так вот мы ворвались на матч. Не сильно он интересный был. Так, смотрим дальше, что у нас.